Привет, бро! Хочешь быть быстрым, как Флэш? Успей поставить лайк за 3 секунды. Считаю. 1, 2, 3. Молодец, дружище, что ты успел поставить лайк. А если не поставил, будешь медленный, как улитка. Ха-ха! Это у нас игра Sigmar Legacy. Сегодня мы с тобой устроим новую эпическую битву стикменов. Прошла пятница, а это означает, что добавились новые эпические уровни, которые мы с тобой сейчас посмотрим, попробуем пройти и проявим свою стратегию. Уровень 205 и 206. Интересно, что же нам подготовили здесь разработчики? Ну что, давай прокачаем великана. Я вижу, что нам дается очень много очков для прокачки. Это меня настораживает, потому что значит что-то будет эпическое. Я даже нифига не успел прочесть, что там написано. Давай, наверное, ну, мага сделаем еще. Тут мы прокачали. Вот здесь прокачали. И тут рудокопу тоже один раз качнули. Так, посмотрим, что тут. Уничтожить статую врага дается нам 700 золота. Быстро делаю рудокопов. Отлично, у нас будет сейчас 7 штук. У врага тоже золотистые рудокопы, прокачанные на максимум. Как выглядит его армия? Стандартно, то есть у него обычные. Мы видим капитоны, которые уже бегут. Нет, они остановились. Ладно, пацанчики, вперед! Я воблер рудокоп! У меня супер кирка! Я сейчас буду добывать золото. Накачаю себе мышцы, а потом найму супер армию. Пацанчики! А чё вы? Я не понял. Вы чё уже на меня напали? Офигеть, как у них быстро строится армия. Это что вообще за флеши? Они точно флеши, ребята. Они успели поставить лайк. План ясен. Меня сейчас прикончат. Ага, пока что у них больше ничего не бежит. Бежит лучник. Давай посмотрим, что будет дальше. Короче, нам нужен буст для рудокопов. Тактика нам ясна. Сейчас мы с тобой будем ее применять. Значит, здесь делаем великана. Давай, наверное, здесь тоже на максимум прокачаем. Также давай сделаем, чтобы наши замковые лучники были крутые, потому что они должны будут отбить эту первую атаку. Я надеюсь, что я успею построить быстро великана, который поможет мне защитить. Все, так, рудокопы у нас есть. Буст для рудокопов у нас есть. Отлично, пока наши ребята тут будут все добывать, у них хорошие кирки. Давайте, ребята, вы должны успеть сделать все. Вперед, быстро включаю еще буст. Я понимаю, что не успели достроиться рудокопы, но все же мы должны насобирать быстро деньги на великана. Потому что если не будет великана, то я не смогу здесь отбить эту первую атаку. Да ну, вы чё? Ну не надо, может быть. Отходим, отходим все, отходим. Отходим, блин, я не то нажал. Делаем. Быстро делаю великанчика. Так, давай, одного рудокопа потерял. Ну ничего страшного. Давайте, ребятки, давай, великан, выходи, где ты, где ты? Дружище, ты мне нужен. Срочно. Блин. Вот великан выходит, делаю сейчас землетрясение. На! Будущ! А ну кыш отсюда, там еще сзади кто-то, ребята, стреляет по статуе. Возможно, надо было статую прокачивать. А ну кыш отсюда! Еще удар! На! Они за мной пойдут или буду статую бить? Давай еще. На! Хорош! Давай сделаем, наверное, мечников, хоть они и будут слабые. Так, не трожь статую! Ты чё, чувак, ты плохой? А ну кыш! Блин, да откуда они берутся? Ребята, помогайте! Это первая атака, надо ее отбить. Бью на максимум. Как они завалили великана? Дядя великан погиб. Ну, тактика была, в принципе-то, неплохая. Что не так? Может быть, надо, чтобы лучники были круче? Только что мои рудокопы добыли 1500 золота, значит, мне должно хватить денег, чтобы купить великана из лавы. Так, быстро одеваем оболочку, мы прокачиваем великана, также мы прокачиваем мишки рудокопом, также мы прокачиваем здесь лучников, размер статуи, давай, вот побольше сделаем здесь лучников, тоже более-менее топовых, статую топовую. Да, кирки, конечно, слабые у наших чувачков.
Но все же, будем надеяться, что все у нас получится. Давай мы с тобой быстро купим 2 буста для рудокопов, потому что мне кажется, что без них не обойтись. Давайте, ребята, я тоже принимаю участие. Ой, какой же ты медленный, дяденька! Ну ты вообще слабак, медляк! Давай буст применяем 1. Да чё вы такие слабые, пацаны? Давайте, добывайте. Мы не успеем насобирать на великана с таким успехом-то. Приносим все. Может как-то отвлечь врага каким-то мелким юнитом, чтобы они там бегали? Так, все, отходим, ребята. Ну, давайте, 1500 есть или нет? Да ну нет на великана ничего. Ну, стреляйте. Наши замковые вообще днище. 1450. Ой, да что ж не так-то в нашей тактике дурной? Может быть, мага сделать? Ну, маг, что он сделает? Он не справится, наверное, с этими. Или справится маг? Маг дешевле стоит, в принципе-то. И может тоже откидывать. Так, здесь мы прокачаем урон у бимага, чтобы он реально хорошо дамажил. Здесь тоже сделаем. Добычу руды. Замковые лучники. Размер статуи. Ну и эти рудокопы пусть быстрее, конечно, все тут строят. Попробуем такой тактикой. Дело в том, что я пытаюсь, ребята, выбрать самую дешевую тактику и трачу, на самом деле, еще больше кристаллов. Просто хочется как-то сэкономить здесь, а получается все наоборот. Ну, я нормально принес-то золото. Давайте, ребята. Они уже идут. По 160. Ну, давайте на мага-то насобираете или нет? Есть маг, отходим, отходим все, потому что мы не сможем потом ничего добывать. Так, здесь бросай, пацаны отходят. А ну сможет вообще статуя выстоять до прихода мага? Маг, конечно, немножко откинет. У них капитоны топовые, вижу, что у них копья крутые. У них армия большая, мой маг не справится с таким количеством. Ну маг, маг выходит или нет? Маг, ты идешь? Хелп, что хелп? Там вышли какие-то юниты? Мне дали мечника. 1, офигеть. На! На! Плохой вариант, потому что маг, ребята, долго строится, да и он слабый, бьет всего лишь по 1 юниту. Мне срочно надо собирать кристаллы, чтобы купить на великана, ребята, топовый скин. Пока что у меня его нету, значит берем этот. Более дешевый великан. Тут у нас, давай, будут у них эффект вампиризма. Хорошо, значит, мечников я прокачаю. Я не знаю, смогут ли мечники вообще раздолбать их всех. Просто великан мне больше нравится. Прокачиваю великана. Прокачиваем здесь. Я так понял, что замковые лучники вообще нифига не делают и ничего как-то не сильно-то и помогают. К сожалению, у меня уходит много чего на их прокачку. Может, вот так вот? Мечников побольше здоровья. Плюс у них еще вампирский будет скин. Ну, попробуем. Все равно мне нужны бусты. Смотрите, там по 2 буста, здесь по 2 буста. Реально, просто купить 5 штук бустов. Если сейчас тактика у меня это не сработает, я просто куплю 10 бустов, применю все, вырублю этот уровень и пойду дальше, даже не буду мучиться. Хочется подешевле, получается полная фигня. Давайте мы вот так вот применим. Давай, быстрее добывай. Какой непростой уровень, ребята, вам не кажется? Что уровень-то сложновастенький. Так, давай еще. В атаку пошли. Так, он дерется, давай я побегаю. Да, вампиризм работает. Пацаны, быстрее. Мне нужен великанчик. Ну давай, давай, вы там добываете? Еще давай третью добычу. Конечно, это будет не суперский великан, потому что у него не будет эффекта вампиризма. Но все же. Быстро кучу мелких наделываю. Давай, виляю, они промазывают. Давай, давай. Ай-яй-яй, как больно! Почему они побежали? Что они замыслили? Нет, не надо бежать, ребята! Отходим!
Так, ну, не того взял. Огонь! Ну! Пошли отсюда! Я могу еще великана делать! Все в атаку! В атаку, где эти мои мелкие юниты? Сейчас великан откинется! Да что такое? Да почему они такие дикие? Все, вы меня задолбали! Валим всех, блин! А что тут, с неба стрелы? Всех прикончу! Вызываю зомбарей! Меня бомбануло! Всех уничтожим! Статуи из глаз! Ну все, ребята! Где вообще моя армия-то? Вперед! Они здесь вырубают? Так, может мне взять рудокопа и пойти прикончить их лучников? Ты посмотри, что творят! Что это за уровень такой? И статуи выносят! Офигеть! Это просто, ребята, какой-то вынос мозга. Я ничего не понял, что произошло. Почему мой великан за секунду умирает? Что это за прикол такой? Пробуем еще раз. Так, у нас эти штуки есть еще. Значит, давай будем мечниками гасить эту всю толпу. Никакого великана не будет. Будем мечниками вырубать их. Пробуем, ребята, мечниками. Кучу мелких. Так, пошла жара. Давай еще. Что у вас тут? Ничего не делается. Пошла, давай строительство. Мне еще сюда, наверное, плеть нужна. Иди в баню, чувак. Так, мне на помощь пришел какой-то чувак, чтобы я им отвлекал, типа. Но! А, два пришло. А, это же мои строятся. Почему я говорю, что пришли-то? Просто там чувак должен был какой-то прийти. Так, наши там дерутся. Остальные добывают, хорошо. Я сейчас, наверное, пойду лучника буду вырубать. Где этот чувак? А ну, хватит тут добывать руду. Вырублю этого лучника. Пошел отсюда, вырубил его. Но, бьемся, меня головой тоже вырубили. Ага, моих всех выносят. Мне нужна плеть. Плеть 50 кристаллов стоит, по барабану на эти кристаллы. Быстро делаем очередь. 19. Делаю плеть. Вперед! Включаем буст для мечников. Давай, пошли, руби. Дело в том, что у меня рудокопов нету, но... Мы их выносим или не выносим? Буст для мечников еще. В атаку! Делаем рудокопов. Воблера бомбануло. Так, что у меня тут еще есть? Вынести всех отсюда! Ногами вперед, быстро! Вырубим всех! Индейцы! Вырубаем, надо отступить, потому что у них будет подкрепление, ребята. Отступаем! Понятно, что мы сейчас потеряем, но ничего страшного. Что по рудокопам? Они есть. Максимальное количество? Вроде бы нет, их должно быть 8. Тут у нас идет строительство. Они перешли. Пошли снова, попробуем их уничтожить. Они тоже делаются очень часто. Все, вперед! Давай еще. Вырубаем. Так, я тоже беру одного. Быстро прорываюсь. Эй, ты че, чувак? На! Рудокопа валим. Лучника всех валим. Так, отходим. Нас много, конечно, юнитов умирает. Это плохо. Давайте, ребятки. Что у вас тут? Они выходят. Так, пошли снова будем их бить. Это что, будет бесконечная битва? Но дело в том, что у нас-то золото заканчивается. Я не могу никак насобирать 50 очков по максимальной армии. Давай, 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 давай. Их рудокопы сразу отступили. А нет, ничего не отступили. Да, бейте рудокопов. Ну, завалите хоть кого-нибудь-то. Ничего не завалили. У нас очень много юнитов уже стоит в очереди. Это, конечно, прикольно. Но то, что их лучники так сильно кусают, мне не нравится. Вот они вышли. Вперед в атаку. У них уже нету капитонов. Уже полегче будет. Конечно, я не знаю, какое будет там подкрепление, но все же. Вперед! Какой уровень дикий! Не ожидал.
А с виду такой простенький, да, ребята? Вот согласитесь, да, сразу не скажешь, что тут враг силен. Да он выпускает золотых суперпрокачанных капитоманов в самом начале. Конечно, они все выносят на своем пути. А все, я не могу больше ничего строить, но у меня золото заканчивается. Надо на всякий случай еще буст для мечников купить. Даже если сейчас не использую, то пусть будет на будущее. А начинал, конечно, было 1000 кристаллов, да? Отлично, надо ждать. Пошли дальше, вот у них вышел еще рудокоп. Будем набегами здесь, как варвары. Пришли, побили, убежали. Теперь уже, конечно, можно делать велика. Ну, давайте, добейте этих чуваков. Давай, давай, бей рудокопа, отходим. Отходим, отходим, пацанчики. У нас еще 12 юнитов строится. Конечно, можно купить за 50 кристаллов плеть и быстро сделать армию, но мы этого делать не будем. И так я много потратил, я не думал, что будет на такой уровень. Так мы еще не победили, то есть я уже веду разговор, как будто победа за нами. Мы что, не знаем, что у них за подкрепление будет? Правильно же? Может, там выйдут великаны какие-то суперские. Ну, давай хоть рудокопов прибьем. Пошли, отходим. Еще 8 юнитов строится. У них 2 рудокопа и 2 мечника. Тоже топовые. Давай, пошли. Наши мечники топовые по шлемам, по хп. Но у них, ребята, слабый урон. Ну, все, в принципе, можно гасить их. Враг вызвал подкрепление. Что за подкрепление? Да, нам все равно на твое подкрепление. Всех разгромолю. Вот это да, ребята. Вот это эпическая битва. Видите, другие стикмены стоят в очереди. Что это за очередь? Касса занята, и вы ждете. Почему вы все толпой не бежите, не валите всех подряд? А наши даже рудокопы пришли к врагу, ребята, за золотом. Вот это уровень! Как-то непросто нам далась эта корона. Надеюсь, что следующий уровень 206 будет полегче. Уничтожить статую врага. Let's go, поехали! О-хо-хо, это что такое? Почему всего лишь один мечник? Да, ребята. Чё-то как-то непросто все у нас. Это что такое? Уничтожить статую, а ничего, что это зомби-земли. Нам сразу дали хилочку. Тетенька, девчуля, лекарь, она же у нас медик. Давай глянем, что у врага, у них уже мечники, уже 3 штуки, у меня ничего нету. Надо срочно делать мечников. Я думаю, что с этой хилочкой можно неплохо здесь повоевать. Надо сразу напасть, вырубить их мечников, а также вырубить рудокопов. Не будет рабочих, не будет золота. Не будет золота, значит, у них будет слабая армия. Или вообще армии не будет. Давайте, ребята, не знаю, у кого быстрее строятся юниты, но пошли, будем воевать на их поле боя. Медик медленно идет. Медик, давай быстрее. А что медик может делать? Она ничего не может делать. Там наши дерутся, пока я дойду, наших уже и не будет. Да, я так понял? На! Ага, наших вырубили! Офигеть, вот это повоевали. А что не так? Не могу понять. Что было с моей тактикой не так? Короче, у них очень крутые чувачки. Значит, нам надо 2 буста. Первый это для рудокопов, второй для мечников. У них мечников все больше и больше. Это что вообще за штука-то такая? Бессмысленно воевать, потому что у них армия просто увеличивается на глазах. Нам либо рудокопа прокачать хорошо, либо прокачать мечника. Но рудокопы тоже нужны. Короче, сейчас быстро делаем 2 буста. Вот видите, недаром я бусты купил в прошлый раз на мечи. Прям как чувствовал. На самом деле ничего не чувствовал, чисто так случайно получилось. Так, делаем добычу руды. И мы еще первые пошли на врага. Дело в том, что эта подруга, получается, очень медленно идет. Надо сначала, чтобы она дошла до вражеского поля битвы, а потом только, ребята, уже вызывать стикманов в атаку. Так, давайте, пацанчики. Руду включаем. А, я уже второй раз включил руду. Вперед. Ну, сейчас мы все тут затарим золотом.
И тогда уже будет очередь не от меня зависеть, а просто по времени. Давай еще. Она просто не успела дойти. Вообще не повезло. Так, что у нас по очереди? Но у нас уже в очереди 13 юнитов. Отлично. Но у них тоже делаются быстро. Интересно, какое у них максимальное количество? Что, у них тоже 50 очков? То есть, если я могу сделать, грубо говоря, 40 юнитов, и они тоже 40? Интересно, пока что ничего не понятно, но ждем, пока армия построится. Есть два варианта. Либо за 50 кристаллов сейчас быстро купить мечи и побежать количеством завалить врага. Либо ничего не делать и за 20 кристаллов, возможно... Они уже пошли! Короче, включаем мечи. Хилка уже хилит. Сейчас посмотрим, что получится. Они отступают! Догнать и уничтожить! То есть, само собой, уже все произошло без меня. Хорошо, но я как бы... Не то чтобы сэкономил 50 кристаллов, все равно я-то мечи применил. Ну, хилка, ты где? Давайте, валите рудокопов, правильно. Отходим. Пока что у нас армия еще построится. Эй, ты, хилочка, может быть, ты еще подлечишь нашу команду, а не будешь просто идти? Давай лечи, сколько ты лечишь их? О, то есть я один лечу по 30, получается, а сама она лечит по 10. А, подожди, кто лечит? Что-то я не понимаю. Я лечу, вот я лечу. По 45 я лечу или по сколько я лечу? Нифига себе я лечу. Я прям лекарь. Ну, короче, пошли вперед. У нас армия строится. Думаю, что сейчас у нас будет финальная атака. Либо мы победим, либо мы сольемся. А может быть, придется набегами это все делать. Вперед в атаку. Здесь уже жду возле врага нашу команду боевую. Стикманов, мечников, яромечников. На! Хилочка по 45. Да! Давай, давай, вырубаем. Ну, я тоже. Я иду или я не иду? Что-то я не понял. Давай в атаку. Я вас лечу. Если что, я вас вылечу. Конечно, не всех, но постараюсь. Ну, конечно, эффект вампиризма штука крутая. Самый офигенный скин, да? Стоит 3000 кристаллов. Давным-давно купил всем персонажам. А вот именно... Вау! Алло, что такое? Это что? Очередь, очередь, хилочка! Офигеть! У них лазер из глаз у статуи. А что, можно так вообще? Это незаконно, а это читерство. Ну, мы всех перебили, конечно. Что, глаза закончились? Ах ты, вражина! Не ожидал вообще, ребята, уровень эпический, что нас будут лазером сжечь. Это статуя Супермена, что ли? Я не знаю, почему у него лазер из глаз. У кого еще лазер из глаз? Напишите в комментариях. У Супермена? Откуда у них еще выбегает Стикман с мечом? Наши что-то бьют, бьют статую и не могут разбить. Эта статуя топовая какая-то, смотрите. Офигеть. Я в шоке. У них, кстати, в замке нету никого, потому что по нам никто не стреляет. Ну, статуя супер бронированная. Я так долго статую еще никогда не разрушал. Я не знаю, из какого она бетона сделана. Но мы сильнее бетона. Потому мы и одержали с тобой победу, дружище. Получили сундук. Мы прошли 206 уровень, и давай мы сейчас откроем сундук. Тук-тук, сундук. Дай мне что-нибудь. Сколько у меня сундуков? У меня 3 штуки. Ничего себе. Да я вообще мажор. Воблер-мажор, 3 сундука. Открываем. Ну давай, удиви меня. Чпоньк. О, 250 кристаллов, огонь. Офигеть, смотрите. 375 плюс 10, 385. С одного ящика. Отличный, слушай. Что тут у нас? 20, 10. Плеть, ух ты, как раз я плеть потратил. Ну давай еще. Еще одна плеть, корона. Воу.
суперски. Короче, офигенные сундуки, все мне понравилось, все the best. Игра 10 звезд из 5, все круто. Это и была игра Sequoia Legacy, с тобой был Воблер. Оставайся на канале, смотри другие ролики и скоро увидимся. Пока.